Привет, друг. С тобой Аван. Сегодня я тебе расскажу, что же будет, если выполнять квесты на Радмире 100 дней, что нам дадут и сколько денег мы заработаем за все время. Интересно? Тогда присаживайся, бери что-то покушать, и мы начинаем. Начнем с того, что такое квесты и как они появились. В прошлом обновлении, которое было зимой, были добавлены квесты. Квесты — это задания, за выполнение которых тебе дают бонус. В денег всего 4. На момент записи этого ролика, 21 апреля, существует около 30 квестов с разной стоимостью и сложностью. Много квестов очень сильно повязаны с работами. На начальных уровнях тебе будут попадаться максимально простые задания. С повышением уровня сложность будет увеличиваться, хотя это не связано. Вот у меня, например, 22 уровень. Мне могут попасться как и 4 легких задания, так и 4 сложных. Это сплошной рандом. Давайте теперь к призам. За выполнение квеста тебе дают бабки. И за выполнение 4 квестов тебе тоже дают бонус. Но этот бонус каждый день увеличивается. Если вы зайдете на сервер, у вас будет стандартный бонус. Это $100 и пару кредитов. С каждым днем бонус будет увеличиваться на $100 и пару кредитов. Выполняя квесты 30 дней, вы дойдете до конечного бонуса, это $3000 и 10 кредитов. Но также рандомно тебе могут к этому бонусу добавить еще какой-то приз по типу VIP-статуса на один день, одной прокрутки рулетки и оружия. Итак, давайте подойдем к вопросу, что будет, если выполнять квесты 100 дней. Сегодня я записал это и сейчас вам покажу. Вставка в студию. Так, пацаны, открываем F2, 100-й день заданий. Я вообще офигел, что я смог дойти до такой цифры. Последнее задание — это инкассатор, 10 из 10. И это наша последняя точка, где нужно забрать бабки. Берем бабки. Интересно, будет там что-то или нет. Я думаю, нам ничего не дадут. Потому что, пацаны, с Радмира прошло уже 4 месяца. Уже 5-й скоро будет после обновления, в котором добавили эти задания. Они ничего сюда не добавляют. Да, нам дали 500 кредитов за выполнение именно инкассаторов. И дали 3000 кредитов. Да, 3000 денег и 10 кредитов, как вот здесь было. Прошло уже 4 месяца после прошлого обновления на Радмир МТА. И жаль, что админы забили на такую систему. Не добавляют новые задания и бонусы. Они же борются за онлайн. Ну так почему не сделать, чтобы игрок, который выполнил там квесты 10, 30, 50, 90 дней подряд, получал какой-то дополнительный бонус? Я этого не понимаю. Теперь самый главный вопрос. Сколько же я заработал денег, выполняя задания на Радмире 100 дней? Считать я буду только бонус за выполнение заданий и бонус за выполнение 4 заданий. Зарплату с работы я учитывать не буду. С помощью статистики мы сделаем такой ход. Я выписал на листочке задания, на которые дают самый маленький бонус и самый большой бонус. Сейчас мы с вами узнаем верхний и нижний порог. Разделим на 2 и узнаем, сколько же плюс-минус можно заработать на Радмире, выполняя квесты 100 дней. Значит, нижний порог составляет $346,500. Верхний порог составляет $556,500. То есть в среднем можно заработать $451,500. Это число примерное, так как присутствует полный рандом. Может быть и больше, а может быть и меньше. Также вы не забывайте, что это только бонусы за выполнение. Ведь когда у тебя квест связан с работой, то тебе еще дадут сверху денег. И еще можно заработать около $300,000-$700,000. На этом все. Я надеюсь, тебе был интересен этот ролик. Поставь лайкос, напиши комментарий, выполняешь ли ты квесты на Радмире. И помоги продвинуть этот ролик в топ. Ведь на ним я очень-очень старался. Ну а с тобой был Эван. Желаю тебе хорошего дня, много денег на сервере, удачи и всем пока-пока.